Это загадочный органический НЛО, который, возможно, является живым организмом, записанным цифровой неподвижной камерой астронавтом Дэниелом Бёрбанком. В одном из интервью напарник Бёрбанка, космонавт Лиланд Мелвин, подтвердил, что я видел что-то прозрачное, изогнутое, органическое. На необработанных кадрах запечатлен НЛО на орбите Земли в течение 3 минут. Как вы, вероятно, помните, посадка шаттла Atlantis была отложена на 48 часов в сентябре 2006 года, потому что они сказали в прямом эфире мировых новостей, что за шаттлом следуют несколько НЛО, и некоторые из них настолько близки, что шаттл считает, что в это время может быть опасно уходить с орбиты. Научно доказано, что их не существует.